Швейная машина с горизонтальным челноком и 14 швейными операциями. В этом видео мы распакуем швейную машину фирмы Бразер, модель М14. В комплекте с машинкой прилагаются три лапки, шпулька, набор игл, педаль, отвертка и пакет документации. Итак, перед нами электромеханическая швейная машина с горизонтальным челноком, обеспечивающим более легкую заправку. Машинка имеет классический дизайн и прочный белый корпус с синей вставкой. Габариты составляют 36 см в длину и 34 см в высоту. Вес прибора 6,5 кг. В верхней части корпуса предусмотрена выемка, служащая ручкой для переноски. А снизу есть небольшие ножки для устойчивого положения на столе. Справа стандартно расположено маховое колесо, а ниже выключатель и разъем для подключения провода питания и педали. На передней панели видим ручку для выбора строчки, а ниже рычаг обратной строчки. В верхней части расположен регулятор натяжения верхней нити. Модель может выполнять 14 швейных операций, например, делать прямые, потайные, подшивочные, обметочные и эластичные строчки, а также зигзаг. Петля здесь выполняется в полуавтоматическом режиме в 4 приема. Машинка оснащена подсветкой рабочей зоны и рукавной платформой для обработки узких участков изделия. Предусмотрена регулировка давления лапки на ткань и отключение механизма подачи ткани. А в съемной части столика есть отсек для хранения аксессуаров. Что в итоге? Бразер М14 – качественная, простая и бюджетная машина для шитья несложных изделий. Она справляется с любыми тканями и идеально подходит для начинающих мастеров и бытового использования. На такой машине можно отремонтировать одежду, пошить шторы и другие простые изделия.